Здорово, ребята! Представьте себе такую ситуацию. У вас на руках iPhone или iPad какой-нибудь, и вам нужно его срочно выключить. Я не придумал, для чего можно отключить iPhone, но, допустим, вам для чего-то нужно его отключить. Но есть одна проблемка. Кнопка питания сломана. Что же делать в такой ситуации? Сейчас расскажу, как выключить, а потом включить iPhone, iPad или же iPod без использования кнопки Power. Приступим. Итак, отключить iPhone без кнопки питания можно двумя способами. Первый для тех счастливчиков, которые уже обновились на iOS 11 или же более позднюю версию. Все очень просто. Заходим в настройки, потом в основные. В основных прокручиваем вниз, и на дне вас будет ждать синяя кнопка «Выключить». Проводим слайдер, все, iPhone выключился и больше ничего делать не требуется. Для тех, у кого операционная система ниже iOS 11, включаем такую замечательную штуку, как Assistive Touch. Она, если что, находится в основных, потом универсальный доступ, там где-то вы найдете пункт Assistive Touch, и в настройках Assistive Touch добавляем кнопку «Заблокировать экран». Все, что нам остается сделать, так это зайти в этот самый Assistive Touch и зажать кнопку блокировки экрана. Через какое-то время появится нужный нам слайдер выключения, ну а дальше что делать вы, я думаю, знаете. Ну и теперь последнее. Как же включить выключенный iPhone без кнопки питания? Все очень просто, даже, наверное, проще, чем его выключить, только при одном условии. Если поблизости есть Lightning. Вам просто нужно поставить ваш гаджет на зарядку, и он автоматически включится, все. Больше делать ничего не надо, и больше никаким способом включить вы его не сможете. В принципе, на этом все. Надеюсь, что я вам помог. Правда, я не особо знаю, как это можно использовать, но надеюсь, что кто-то сочтет это видео полезным, и оно реально ему пригодится. Подписывайтесь на канал, оценивайте это видео. Пока!